В предыдущих уроках мы изучали о структуре молитвы. В этом уроке мы будем изучать то, что обязали нас мудрецы молиться каждый день. Итак, давайте начнем. Как мы знаем, нужно молиться 3 раза в день. Шахарит – это утренняя молитва, минха – это обеденная молитва, дневная молитва, и арвит – это вечерняя молитва. 3 раза в день. И основа, главная часть этих молитв это есть 18 благословения. И спрашивается вопрос, почему именно 3 молитвы? У арабов, допустим, это 5. Да? Почему у евреев это 3 молитвы? Ответ на это он таков, что во время, что был храм, каждый день приносили жертвоприношения. И было утреннее жертвоприношение, было дневное жертвоприношение, тоже было... Вечернее – это было остатки. То, что осталось, их тоже приносили в жертву. Каждый из жертвоприношений, которое было, постановили мудрецы молитвы, чтобы мы помнили о традициях, которые были у нас. Это одно объяснение. Но можно объяснить еще одно объяснение, которое гласит так, что когда мы начинаем утро с святостью, с молитвой, можно сказать, как медитация, о которой мы общаемся с Богом, то весь день он выглядит по-другому, более духовным. Когда мы тоже заканчиваем день, да, перед закатом, мы молимся минху, то мы этим образом мы весь день освещаем его и делаем его святым. Как мы видели у мудрецов, у мекубалим, каббалисты, они говорили так, что суббота – оно на 7-м дне. Почему оно на 7-м дне, а не на 2-м, не на 1-м? Ответ на это они говорят так, что всегда смотрят на конец. Если конец какого-то процесса, он святой, он превращает весь процесс в святой. И то же самое суббота, она последний день, и оно освещает всю неделю. Из-за этого можно сказать то же самое по поводу молитвы. Когда мы молимся перед закатом, последнюю молитву, то мы освещаем весь день. Когда уже наступает ночь, то тогда нужно осветить тоже ночь. Это и есть молитва арвит, вечерняя молитва. Она тоже освещает ночь. Мы ложимся спать уже более тоже духовные. В принципе, я сейчас вам рассказал о всех обязанностях, которые есть у евреев. Из всего этого мы выучили, что есть у каждого еврея 3 молитвы в день. Давайте будем усердно выполнять эту заповедь и будем молиться 3 раза в день.